На медицинском форуме в Москве представили цифровую реанимацию. По словам разработчиков, принцип работы комплекса схож с умным домом. С одного устройства можно управлять всем, что происходит в реанимационной. В основе разработки лежит цифровая платформа с искусственным интеллектом. Комплекс проводит постоянный мониторинг состояния пациента. Первый запуск цифровой реанимации состоится в декабре в Санкт-Петербурге в больнице Святого Великомученика Георгия. В Москве проходит Российская неделя здравоохранения. В форуме принимает участие более 1000 компаний из 15 стран.